Всем привет, это Drive TV, и сегодня у нас сравнительный тест. Мы будем сравнивать не просто белую и черную Hyundai Creta, а базовую переднеприводную механике с двухлитровой полноприводной версией на автомате. На нашем рынке Hyundai Creta продвигается под лозунгом «Сила стиля». Что ж, по-моему, это очень смелое заявление, потому что внешне машинка выглядит довольно скромно, хотя и современно. Этот слоган слишком смелый еще и потому, что по-настоящему стильной Creta становится только в самой дорогой комплектации или с дополнительным пакетом, в котором есть светодиоды, дополнительный хром-пакет. Вот смотрите, эта Creta почти в максимальной комплектации, однако здесь нету пары допов от светодиодных фар, которые делают ее внешность по-настоящему стильной. Поэтому большинство Creta будет выглядеть именно вот так. Hyundai Creta относит к сегменту B. Я думаю, что это несправедливо, потому что смотрите, какой здесь просторный задний ряд. Это полноценный кроссовер C-класса, то есть компактный автомобиль. Смотрите, какой запас по коленям. А это кресло отрегулировано под мой рост. Заднее сиденье поставлено достаточно высоко. Смотрите, подушка его полностью поддерживает бедра. И я думаю, что китайские клиенты, для которых Creta вышла первой, здесь сидят и болтают ножками. Как-то так. Это максимальная комплектация, поэтому помимо кожаного салона мы здесь имеем подогрев сидений, причем двухступенчатый, это подогрев сидений заднего ряда. А вот чего нету по-прежнему ни в одном кроссовере B-класса, так это центрального подлокотника. А про регулировку угла наклона спинок, так я вообще не заикаюсь. Багажник Hyundai Creta оснащен электромеханическим замком. Легкое нажатие, и он открывается. Крышка, смотрите, поднимается высоко, я свободно захожу под нее, и сам багажник, вся его фурнитура сделана качественно. То есть, смотрите, какая прочная, жесткая полка, на нее можно класть достаточно тяжелые вещи, хотя лучше сюда класть одежду, мало ли туда, вперед улетят. Полик багажника тоже, смотрите, какая толстая, прочная пластина, обитая хорошим ворсом. Сама форма багажника, его объем 400 литров, правильная, то есть никаких заковырок здесь нету, никаких нюансов. Есть один ремешок, чтобы закрепить какую-то мелочь. Есть пара такелажных петель. А в подполье багажника, помимо двух лотков органайзеров, лежит первое в мире полноценное, но не полноразмерное запасное колесо. Вот что я имею в виду. Этот автомобиль на 17-х колесах, 215 на 60 R17, а запаска лежит такая же, как на той Крете, для 16-го радиуса, 205 на 65 R16. Я специально взял линейку, померил радиус качения колеса. Так вот это колесо где-то на сантиметр-полтора в диаметре меньше, чем 17-е колесо на этом автомобиле. Я даже не знаю, о чем корейцы думали, когда клали его сюда. И механизм складывания задних сидений очень радует. Во-первых, видели, какой подголовник? Он утапливаемый, утопил, и можно складывать сиденье. Сиденье складывается почти вровень с полом. Здесь крохотная ступенечка. И мне очень порадовала вот этот мелочь, иногда она встречается в автомобилях. Чтобы ремень не болтался, его можно закрепить вот таким вот образом. Все, мелочи, приятно. Посадка за рулем по-европейски удобная и комфортная. Рулевая колонка регулируется в двух плоскостях по вылету и углу наклона. Однако это фишка только дорогих комплектаций, ведь в базовых версиях рулевая колонка регулируется только по углу наклона. 1,6-литровый мотор предлагается шестиступенчатой механикой либо шестиступенчатым автоматом, но привод может быть только передним. Классно, с 1,6-литровым мотором Creta едет очень так резвенько. Я бы сказал, этого мотора и хватает. Передатчики включаются четко, педаль сцепления информативная, то есть все сделано на европейском уровне. Это даже не Корея уже, это нормальная Европа. Вот в трассовом режиме руль радует тоже четкостью и точностью реакции. Нулевая зона очень четкая. Отклонение баранки Creta реагирует
монолитно и быстро, однако без какой-то спортивной резкости. И в целом чувствуется, что машинку настраивали долго и тщательно, чтобы она получилась такой сплоченной, единой конструкцией. Уровень шума, на мой взгляд, очень невысокий. То есть покрышек не слышно, шума ветра не слышно, дождь, который тут идет, тоже практически не мешает. Есть какой-то такой низкочастотный дугул, доносящийся откуда-то из-под задних арок. Уровень шума в салоне Hyundai Creta при скорости 100 км в час порядка 65 дБ. И это гораздо тише уровня речи. Вот я сейчас замолкаю, и уровень опускается до тех же 65 дБ. Сиденье Hyundai Creta обладает удачным профилем, хотя, на мой взгляд, спинка плосковата. Радует за то, что сиденье не мелкоразмерное, то есть здесь нормальная ширина спинки и нормальная длина подушки, то есть под взрослого крупного человека. Подогрев передних сидений у Hyundai Creta трехступенчатый, причем даже на минимальном уровне сиденья начинают активно греть уже спустя секунд 15 после включения. Максимальной комплектации Hyundai Creta оснащается бесключевым доступом в салон. То есть этот ключ, чтобы попасть в машину и завести двигатель, вынимать из кармана вообще не нужно. Нужно его там держать все время. Двигатель запускается кнопкой. Автомат у нас шестиступенчатый, что, можно сказать, тоже довольно небюджетно в этом сегменте кроссоверов. Так, разгон. Мотор выкручивается до 6000 оборотов. И Hyundai Creta резво набирает 100 км в час. Автомат работает абсолютно адекватно. Он старается подстраиваться под нужды и требования водителя. Вот нужно выйти на обгон, на опережение, газ в пол. Автомат сбрасывает две передачи, причем делает это без заметных пауз, и Creta ускоряется. Такая настройка мне по душе. На разгоне мотор ревет, ну, конечно, уши не закладывает, но голосок его слышен отчетливо. Хотя это позволило разогнаться далеко за разрешенные 60 км в час. И в целом в городских условиях автомат не тупит. Отклики и реакции на сильное продавливание акселератора всегда адекватные и максимально быстрые. В виражах рулевой механизм Creta с электроусилителем не балует обратной связью, то есть информативность и реактивные усилия на руле такие искусственные, созданные электроусилителем. Еще один признак электромеханического усилителя – при отклонении баранка как-то неохотно возвращается в нулевое положение. Обзорность по сторонам с водительского места Hyundai Creta без каких-то нюансов и сюрпризов. Она просто хорошая. Боковые зеркала крупные. Зеркало заднего вида вам вряд ли поможет при маневрировании задним ходом. Лучше полагаться на датчики парковки и камеру заднего вида. Сейчас еду по дороге с многочисленными латками и поперечными стыками асфальта. И вот по ним Creta едет плавно, с какой-то такой перинной легкостью. Даже трудно передать словами, но одним словом, настроенный автомобиль классно. Его какие-то неровности, ухабы совершенно не смущают. То есть никаких намеков на тряску и на избыточную раскачку. Подвеска настроена очень гармонично и очень удачно. Да, всем богато Creta максимальной комплектации. Есть подогрев лобового стекла, трехступенчатый подогрев передних сидений, подогрев руля есть, оптитронная панель приборов, мультимедиа с сенсорным экраном. А вот чего нету, так нету круиз-контроля. Совсем нету. В характере Hyundai Creta я не замечаю каких-то бюджетных ноток. Да, может быть, стоило сделать шумоизоляцию чуть получше, может быть, стоило удивить конкурентов мягким пластиком интерьера, но в целом автомобиль сделан, настроен и собран на совесть. Это совсем не та бюджетная машина, которую как по лекалам строят для СНГ. Это нормальный, глобальный, недорогой кроссовер. Сейчас оценим эффективность работы системы стабилизации. Как раз условия у нас очень скользкие, дорога мокрая, даже немножко грязная. Так, имитирую переставку. Система стабилизации вмешалась в работу мгновенно и абсолютно бесшумно, незаметно. То есть я не ощутил даже характерного прикусывания тормозов. Однако автомобиль четко держался на дуге. Сейчас отключу систему антипропульсовочную. Еще одно нажатие. Отключаю
антипробуксовочную систему и управление курсовой устойчивостью. Система стабилизации нас немножко обманывает. То есть, да, бортовой компьютер высвечивает сообщение, что курсовая устойчивость отключена, однако на самом деле электроника продолжает бдить. Сейчас горит значок, система якобы отключена. На самом деле Крета и не думает оставаться наедине с водителем, электроника постоянно ему ассистирует. Значительной разницы в поведении в экстремальной ситуации полноприводный и переднеприводный Крета назвать не могу. Оба автомобиля одинаково безопасны, предсказуемы и, что самое главное, при экстренных маневрах ведут себя очень собрано, все время ассистируют водителя. Полноприводная Hyundai Creta у нас будет отдуваться на бездорожье. Полный привод здесь такой же, как у большинства кроссоверов, то есть задняя ось подключается по требованию. Можно заблокировать межосевую муфту. Поехали, испытание полного привода, а заодно и бронебойности подвески. Оп. Creta, конечно, красавица. Подвеска работает просто восхитительно. Удар держит, да даже не то, что удар держит, она великолепно отрабатывает ухабы любого калибра. Не только на асфальте, но и на грунте, на бездорожье. Честно говоря, не ожидал. Крета имеет такой кроссоверный, городской, типичный облик, но на самом деле и на бездорожье, на дорогах, где нет асфальта, Крета чувствует себя просто прекрасно. Так, еще одна часть нашей внедорожной программы – это диагональное вывешивание. Проверяем полноприводную Крету. Пробуем тронуться. И, в принципе, Крета очень легко справляется. Вот еще. Давай. Эх, не едет. Молодчинка Крета справилась. Мы решили подвергнуть испытанию диагональным вывешиванием и переднеприводную Крету. Езжаю. Наверное, больше хода там просто. Антипробуксовка работает. И да, ей это удается. Все отлично получается. Антипробуксовка работает четко. Вывешенное колесо лишний раз проворачивается, буксует, но потом тормоза его ограничивают, прикусывают, и Крета выезжает из диагоналки просто на переднем приводе. Ну и испытание песчаным карьером для полноприводной Креты. Полный привод здесь управляется одной единственной кнопкой. Эта кнопка позволяет заблокировать межосевую муфту. Ну, пока этого делать не буду. Кроме того, к всеобщему удивлению, Крета оснащена системой помощи при спуске с горы. Вот тут небольшая горка, включу я эту систему. И да, система сразу начинает работать. Все, скорость контролируется. Кнопок круиз-контроля нету, поэтому контролировать скорость спуска, наверное, никак нельзя. Да, машина едет с какой-то условной скоростью, порядка 7 км в час. 8 вот подсказывает мне электронный дисплей. Ну, выключаю ее и едем по песку. Он сегодня промокший, так, небольшой ход. Газ в пол. И Крета очень легко выезжает вперед, вообще никаких проблем. По песку Крета, маленькая Крета, идет увереннее, чем ее большой брат Тусон, оснащенный турбомотором и... Ага, вот здесь остановился. Так, берем горку с небольшого разгона. Давай, машинка, давай. Чувствуется, что песок зыбкий, колеса буксуют. Давай. И в принципе машина едет, ей это удается. Можно сказать, что система антипробуксовочная очень рьяно ограничивает тягу двигателя, и порой Крета просто останавливается. Однако она не закапывается, то есть всегда есть возможность откатиться назад, взять разгон побольше. Так, если отключить антипробуксовочную систему. Вот уже Крета едет быстрее. Не сказал бы, что буксует прям настолько интенсивнее, но тяга двигателя уже не ограничивается. И
Кот автомобиль набирает легко и непринужденно. Итак, расставляем оценки. Внешность. За внешность я, пожалуй, поставлю дизайнерам Неуд. А все потому, что у Креты есть старший брат Тусон, и вот он выглядит шикарно. И на его фоне младшая Крета выглядит, ну уж, слишком младший, слишком скромный, слишком бюджетный, хотя такой не является. А вот за ходовые качества я ставлю Крете твердую пятерку, потому что и на асфальте, и на бездорожье она ведет себя прекрасно. И настолько бронебойные невозмутимые подвески я встречал только в самых суровых внедорожниках. А за интерьер я ставлю Крете тоже твердую пятерку, однако без плюса. Да, ее интерьер очень просторный, функциональный, качественный, но не хватает какого-то яркого штриха, какой-то нотки современности. Ну и общая оценка пятерка, потому что в самом деле этот совсем не среднячок, это круглый отличник.